Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Люди с буквой «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. Обладает богатым воображением и высокой интуицией. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Они всегда хотят добиваться уважения и любовь окружающих. Владельцы этого имени обладает высоким интеллектом, творческими способностями. Люди, имеющие букву «З» в имени, чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Звук «Г» в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Буква «У» в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. Буква «Г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Их характер пронизан парадоксами и противоречиями. Значение буква «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Носители этого имени готовы пожертвовать даже своей внутренней свободой и независимостью ради того, чтобы выполнить свою миссию по отношению к человечеству. Человеку с буквы «К» в имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Звук «Я» в этом имени приятно ассоциируется с ласкательными формами имен и в целом на слух действует положительно. У таких людей хорошая интуиция и довольно богатое воображение. Люди с буквой «Г» в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Для таких личностей целью в жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Они всегда стремятся действовать. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.